Добрый вечер, мои хорошие княженцы, ребята. Все, короче, сейчас, секунду. А то как-то слишком далеко я в кадре. Все, значит, я наготовил булки. Сейчас я их буду жрать. И буду не просто так, знаете, а вот как бы, чтобы душевненько провести вечерочек. Вот коньячку налил французского. Очень хороший этот коньяк. Он 5-летний, отличного качества, написано с тонкими, короче, выдержанными там нотками. Там чего только нет в нем, в его составе. Ну, короче, очень вкусный этот коньячок, очень вкусный. Вот этот вот коньячок, и смотрите, что не уронить бы только нахрен бы все это добро. Вот, вот, видите, вот так, вот. И вот коньячок. Блин, это прелесть. Это реально прелесть. И вот сейчас мы это смаканем перед сном. Заряд углеводов и белков. Ладно, если серьезно, сейчас немножко съем, а потом в зал пойду, буду загонять. Я даже не знаю, как вот это вот есть, крупную. Вроде бы вот это моя, а это Катюхина. Ну ладно, попробуем вкусить. Вот это вещь. Вот это реально вещь. Блин. Видите, какой. Он очень сочный. Рыбка. Вообще. Такой сбалансированный вкус. Сейчас мы попросим, там Катюха ходит, чтобы она тоже поучаствовала. Ты, Катюх, и дети тоже накормлю. Катюш, а дети тоже накормлю. Катюш. Давайте, ребята, выпьем за то, чтобы у всех всегда на столе был вкусный ужин, обед, завтрак, полдник, бизнес-ланч и все прочее. Пахнет вкусно. Сейчас я дам тебе. Твоя вот эта. Да ты моя умница. Да, я выпью коньячку, тихо. Подожди, я просушу горло. Не ругайся. Я вот чуть-чуть выпью и больше не буду. До конца недели. Ладно. Ладно, что ты хоть. Рукавом. Это самая лучшая закусь. Да ладно, тихо. Да тихо. Ну да пробуй, ешь сбоку. Ешь вот отсюда, Катюш. Как прикинь, у тебя уши такие были. Ну-ка давай, снимай ролик вот с такими ушами. Блин, очень вкусно. Очень вкусно, как. Ты на динозаврик похож. Ну попробуй ты. Давай. Подожди, тут посмотри, контент какой. Егор стал динозавром. Катюш, попробуй. Кстати, вот этот твой, наверное, вкуснее. Давай меняться. Тебе вот этот, а мне вот этот. Егор. Потом. Ах, нет, тут тоже у тебя булочка. Блин. Это реально мед. Как с прабабушкой моей, представляешь? Я прям такую же прям кушали мы с прабабушкой. Прабабушка моя наторговала семечками. Три годиками такой бутерброд делала. Очень вкусно. Вкусно. Правда вкусно. Ты пальцы проглотишь сейчас. Причем мои на ногах. Давай, вот я прям отойду вот так. Ты прям садись мне на коленку и попробуй тоже. Вкуси. Может попозже? А-а. На коленку к тебе. Там как бы спереди. Давай. Чуть наклониться надо. Я сонная, вообще мне глаза просто закрываются. Давай, кушай. Тут от камеры, кушай. Так надо как бы по-модному, чтобы, знаешь, мог бы перед камерой все жрать. Туда. Крупными кусками. Туда наклоняйся.
Ну туда наклонись, правда. Да вот наклоняюсь я. В камеру. В камеру, Катюш. Да тут немножко как бы корочка, как сухарик. Ты до начинки дойди. Вот видишь, как у меня какая. А что, сыр колбасный, что ли, да? Или какой-то сыр, не пойму. Сыр? Как это вкусно, Кать. Не. Мне там просто смотрит женщина одна. Не надо целоваться. Ты что, вообще что-то делаешь? Чуть говорил. Сейчас в лицо тебе дам. Прикинь, ты мне сейчас на камеру как вот так лицо вот подрываешь. Лицо хотел где-то. Сказать, бутылкой лучше. Не, да прошу тебя. Давай. А ты сухарик кушаешь, ты не даешь. Вот следующий укус будет твой мякоть. Я тебе дам. Ну это с чем-то прям. Ну вот. Вот. Я-то не пью. Понюхай, просто. Горько. Просто вот вкуси его запах. Тонкий. Давай. Фу. Ты ощущаешь? Ноточки цветов. Кать, он 5-летний коньяк. А ты знаешь, сколько я за него денег потратил? Кать, вкусно. Ты меня прости, только, пожалуйста, Кать. Просто, вот помнишь, ты мне говорила, что надо к лету тебе купальник купить? Ну, помнишь? Mm. То тебе за 2000 понравилось там. А я его за 2000 коньяк купил. Ну, прости, Кать. Ну, значит, будет у тебя жена в страшном купальнике на пляже. Я вообще считаю то, что не обязательно как животное выменять. Под которым тебя купили 4 года назад, он нормально. Это с цветочками. А тот с бабочками. Ну тут желтый с цветочками. Ой, как даешь. Договорился. Да. Так вот, можно и так сделать. Это у тебя тоже, блин, сыпется. Ты что? Это вообще бутерброд называется. Мне про бабушку говорила, бутерброд накладной, я, кстати, вспомнил. Типа, знаете, как накладная грудь есть, да, накладная пиписька там, а это накладной бутерброд, бабулька говорила мне. Потому что... Давай, одновременно, давай. А. Надо его. Сейчас. Надо есть. Ну сейчас, посмотри, осталось 2 минуты, до конца камеры дойдем. Какая тема, о чем ты разговариваешь? О женщинах? Нет, я рассказываю про бабушку свою, про бабушку. Кать, до конца дойдем, камеру выключу, никто видеть не будет. И ты выпей стаканок. Нет, я не буду это пить. Сегодня не будешь? Я бы молока выпила, а ты мне не купил молока. А денег у меня нет. Могла бы в магазин сказать, Станюшка, ты мне денег не оставляешь. Я жду, когда ты сходишь в магазин и купишь мне этого несчастного молока. Катюш. На, будет тебе вот это. Не, это не дам, это мой. Ну вот мне нравится, реально. Этот бутерброд. Он ведь как накладно, правильно? И лук. Ну, салфетки. Зачем? Об тебя вытрется. Да тихо, грохнемся со стула, переломаем кости в 100 местах. Не будем. А я бы тебя вытерлась. А, ну ты целовалась. Ладно, Катюш, ребята, я вот такие приготовлю. Ну, правда, прикольно. Свой я, короче, жрать больше не буду, Катюхе оставляю. Ну, просто я счет молока бутером накормлю. И сонная такая, ай, вообще... Капец. Капец. Не показывайся. А капец. Закройся. Ладно, мои хорошие княженцы. Всем мир, всем лайк, всем, чтобы на столе всегда был дорогой коньячок. Не в ущерб молоку и все прочее. Молоко мы купим завтра. Всех с наступающими праздниками, но еще увидимся очень скоро.